Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Transformer 100 Strong Arm из серии Роботы под прикрытием 2015 года. Это у нас такой полицейский джип, ну и дама-трансформер. Выпущена она в интересном классе Warrior Class. Да, есть орудие, которое может ставиться на пикапа. Так, трансформируется она несложно, но я чуть-чуть подзабыл. Вот и я действительно чуть-чуть подзабыл. Да, сначала надо аккуратно извлечь так называемые крылья. Дальше это у нас ноги, поворачиваем торс, разъединяем, потом у нас идет, вот эта часть должна открываться, она вперед открывается. Дальше эта часть должна быть повернута. Да, она повернута. Закрываем. Поднимаем кверху. Делаем чуть-чуть на излет. Ну вот, получилось. Warrior Class, он что-то такое ближе к делюксу, но чуть-чуть попроще, как будто Commander Class или Scout Class слегка увеличили. Ну и оружие можно дать ей в руку. Давайте посмотрим. Да, кстати, для тех, кто еще играет в игру на телефоне, посвященную роботу под прикрытием, можно скачать вот этот код, сосканировать, и это даст вам какие-то ресурсы или роботов, насколько я помню. Что можно сказать? Достаточно ладно сделанная моделька, приятный пластик, красиво подобранные цвета, белый, синий. Плюс это дама-трансформеры, их не так много показано в мультсериалах. Ну и при этом еще и блюститель порядка. Эх. Хорошо, на этом можно завершать обзор. Подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки, приезжайте в музей. Всем до скорых встреч.